Sometimes when we're presented with a new thought, a new idea. Всякий раз, когда нам какую-то новую идею говорят, какую-то новую мысль. It can overwhelm us. То это может нас полностью как бы захватить, и мы можем быть в таком непонятном состоянии. But the scripture teaches us that the Holy Spirit teaches us all things. Но как Писание говорит, что Дух Святой учит нас всему. So when you get confronted with a new thought like that, don't let it mess you up. Поэтому когда вы сталкиваетесь с такой новой мыслью, не позволяйте, чтобы она вас как-то сбила. Let this be a place where you push into God with your questions. Пусть в таких ситуациях вы со своими вопросами будете обращаться к Богу. In your quiet time, ask him. Ваше тихое время, спросите его. How does this apply to me? Каким образом это применимо ко мне? Because one of the things that's very interesting as you study spiritual gifts in the scripture. Потому что очень интересно в отношении духовных даров, когда мы изучаем их в Писании. There is a gift that is not there. Есть дар, которого нет в Писании. It's the gift of application. Это дар применения. Because that's the Holy Spirit's job. Потому что это задача Духа Святого, это работа Духа Святого. It's Holy Spirit's job to apply the teaching to your life. Это задача Духа Святого применить учение в вашей жизни. And Holy Spirit is very jealous. И Дух Святой ревнителем является. Now, when I say that, I want to make sure we understand biblical, godly jealousy. И когда я это говорю, я хочу, чтобы вы понимали библейское вот такое благочестивое ревность. That to be biblically jealous means to completely possess what is rightfully yours. Быть по-библейски ревнивым — это полностью быть как бы одержимым тем, что по праву принадлежит вам. So Holy Spirit doesn't want to share His intimacy with you. Поэтому Дух Святой не будет близок с вами, в близости, в интимности с вами. He wants you to get it from Him. Он хочет, чтобы это вы получили от Него. So some of the questions that get provoked in the teaching are good because they push you into Jesus. Поэтому некоторые вопросы, которые возникают у вас в результате учения, хороши, потому что они будут вас приближать к Иисусу. I would encourage you, take your questions, write them down on a piece of paper and open them up before God. Я бы вас поощрила. Возьмите все свои вопросы, запишите их на бумаге и предоставьте их Богу. And then get quiet. И потом утихомирьтесь и молчите. Have your Bible handy. И пускай будет с вами Библия рядом. And it may be instantly or it may be over a matter of months. Возможно, это придет сразу же, возможно, через месяц. But the answer will come. Но ответ придет. He delights to show us things. Ему нравится показывать нам что-то новое. Okay. Now, couple of other loose ends from yesterday that I want to tie up. Некоторые другие, как сказать, такие гайки, которые бы я хотела бы закрутить со вчерашнего дня. There was a scripture I told you I would find and give to you. It's 1 Corinthians 16:15. 1 Коринфянам 16:15. Tatiana, when you find it, would you read it for them, please? Do 15 and 16. Chapter. 1 Corinthians 16, verse 15 and verse 16. 1 Коринфянам 16 глава, стихи 15-16. «Прошу вас, братья, вы знаете семейство Стефанова, что оно есть начаток Ахаи, и что они посвятили себя на служение святым. Будьте и вы почтительны к таковым и ко всякому содействующему и трудящемуся». It was interesting to me recently that when I was teaching on submission, I found this scripture. Интересно, недавно, когда я учила по этой теме подчинения, попался мне этот стих. And I got an insight that was new for me. Можно сказать, новое откровение для меня было. It seems to me that here Paul is indicating we choose to whom we submit. И такое ощущение это складывается, что мы выбираем тех, кому мы подчиняемся. That we are to, before we submit, we are to evaluate that person. Прежде чем подчиниться, мы
оцениваем этого человека. Of course that applies in marriage. Конечно же, это применяется в браке. It also in this context is in the body of Messiah. И в этом контексте это применяется в теле Мессии. Check them out before you submit to them. Проверьте их, прежде чем подчиниться. Do they exhibit the characteristics of Jesus? Проявляют ли они качества Иисуса? These characteristics that we were talking about, biblical authority. Качества, о которых мы говорили, качества библейской власти. Those are the ones that you want to submit yourself to. Таковым вы хотите подчинить себя. Okay, there's one other little loose end I want to tie up. Еще что бы я хотела бы уделить внимание, закрутить гайку. Because Kirk brought it up as we after we while we were eating lunch yesterday. Поскольку Кирк поднял этот вопрос вчера на за обедом. When we it's in the area of resolving conflicts. Это относится к сфере разрешения конфликтов. There is a practice that he used to do, he does no longer. Была у него такая одна практика, которую он применял, придерживался, которую он сейчас не делает. I would do something that would really bother him. Допустим, я что-то такое сделаю, что его очень сильно обеспокоит. But instead of telling me that that bothered him, вместо того, чтобы сказать, что это мне не нравится, но he would save it. А? He would save it. Hide it away and keep it for. То он это скроет на некоторое время, не расскажет, потянет время. And then when I would bring something up against him, и когда я что-то подниму против него, he would say, "Aha, I've got it." И тогда он говорит: "О, да, все, у меня есть тоже." And it and I because I had been trained by a lawyer, my father was a lawyer. И поскольку я выросла в семье адвоката, мой отец был адвокатом. I would tell him, "No, you can't bring that up." То я ему говорю: "Нет, ты не можешь поднимать этот вопрос." And it would so frustrate him. И это очень сильно его разочаровывало. So when you are resolving conflicts, поэтому когда вы решаете конфликты, keep it to one issue at a time. То за один раз решайте только одну проблему. If something else comes up, write it down and come back to it. Если же какая-то другая проблема возникнет, то запишите ее и позже возвратитесь к ней. Otherwise, instead of resolving a conflict, you get off into argumentative outer space. It's bad. Другими словами, если вы затрагиваете несколько проблем, несколько вопросов за один раз, то это только как бы поглотит вас. And you'll know if your hearts, if both parties' hearts are right, because if both parties' hearts are right, they will be willing to keep it to one issue at a time. И вы знаете, если сердца обоих сторон находятся в правильном положении, потому что если такого случая, то оба захотят разрешать одну проблему, один вопрос за один раз. And if your hearts aren't right, like we said yesterday, just take a break and solve it later. If the hearts aren't both right, if both hearts aren't wanting to resolve the conflict, we better just stop and come back later. Если обе стороны не хотят решить конфликт, то лучше остановиться и возвратиться к этому позже. Clear? Ясно. Okay. Now, moving on, sort of. In order to talk intelligently, biblically about marriage, we have to talk about covenant. Для того, чтобы, можно сказать, умно и с близкой точки зрения говорить о браке, нужно поговорить о завете. Have you raise your hand if you've had any exposure to the concept of biblical covenant, blood covenant? Поднимите руки, если вы знаете, вы встречались, и у вас есть понимание вот этого библейского понимания завета, кровного завета. Okay. Some. Некоторых. Okay. It's very important that we understand covenant. Очень важно, чтобы мы понимали, что такое завет. But we could spend hours on the subject. И можно сказать, на этой теме можно задержаться на многие часы. There's a man in the United States named Malcolm Smith who has done an awesome series on the blood covenant. Есть один человек, Малком Смит из Америки, и он очень удивительное изучение провел по этой теме, тематике завета.
When I listened to it, it absolutely revolutionized my life. Когда я слушала его учение, это просто революционизировало мою жизнь. He took 6 hours to talk about it. 6 часов у него ушло для того, чтобы объяснить эту тему. So I just want to give you a little bit. Поэтому я дам вам всего лишь небольшую часть. A covenant is not a contract. Завет не является контрактом. It is not a contract. Завет это не контракт. When you enter into a covenant with someone, you are binding yourself and your in all the generations that come after you to that person. Когда вы входите в завет с кем-то, то вы сами себя связываете, также все ваше последующее поколение этим заветом. And of course, as we're going to be talking about marriage, but think about this as God has entered into covenant with us. Конечно, мы будем говорить о браке, но также подумать о том, как Бог вошел в завет вместе с нами. It's forever. Что это навсегда, навечно. It is exchanging resources. Это можно сказать обмен ресурсов. Everything I have belongs to Kirk. Everything Kirk has belongs to me. Все, что у меня есть, принадлежит Кёрку. Все, что есть у Кёрка, принадлежит мне. Those of you that are divorced, you know the pain of a broken covenant. Те из вас, кто разведен, знает эту боль разрушенного завета. It's much worse than any pain from a contract that gets broken. Намного это боль глубже, чем, можно сказать, какой-то ущерб, принесенный из-за нарушенного контракта. Turn to Genesis 1:24. We read it yesterday. Well, we talked about it. Бытие 1:24. Мы вчера об этом говорили. And Jesus quotes this in Matthew 19. Иисус цитирует этот стих в 19 главе Матфея. Let me see if I find the right one. Do I want 1:24? That is so not the one I want. I bet it's 2:24. Let me look. Извините, не тот стих. Yes, 2:24. 2:24. Sorry. Матфея 2:24. Therefore a man shall leave his father and mother and be joined to his wife, and they shall become one flesh. Потому оставит человек отца своего, мать свою, и прилепится к жене своей, и будут одна плоть. This is serious. This is forever. Это серьезно, это навсегда. My parents were married on May 31st, 1949. Мои родители женились 31 мая 1949 года. It was not a happy marriage. Этот брак не был счастливым. They divorced in 1984. Они развелись в 84 году. And to tell you the truth, I was relieved. I was relieved. И на самом деле я была, можно сказать, это для меня было облегчение. My father died in 1991. Мой отец умер в 91 году. So that's been what 18 years from now. Поэтому уже прошло 18 лет с тех пор, как он умер. My mother recently had a massive stroke, so she's lost her much of her memory. Получается, недавно у моей матери был очень сильный инсульт, так что она потеряла память, большую часть своей памяти. It's interesting that in her mind she's still married to my father. Интересно, что в своем разуме она все еще думает, что она замужем за моим отцом. After all these years. После всех этих лет. That because it's a covenant. It's a covenant that they entered into. Потому что это завет, в который они вошли. So the reason I tell you that story is to illustrate how powerful covenant can be. И причина, по которой рассказываем эту историю, чтобы показать, насколько сильным может быть завет. A teacher that I respect once told us that brother and sister is the most basic relationship that you would have. Один учитель, которого я очень уважаю, однажды сказал такое, что отношения брата и сестры, можно сказать, это самые такие основополагающие, фундаментальные отношения, которые у вас могут быть. Think about it. You don't get to choose your brothers and sisters. Потому что вы не выбираете своих братьев и сестер. They just are. Просто они есть.
That's true biologically and in, and spiritually. Это истина как биологически, так и духовно. Somebody comes to Jesus, they're automatically my brother or my sister. It doesn't matter what I think. Кто-то приходит к Иисусу и автоматически становится братом или сестрой, независимо от того, что я думаю об этом человеке. The next level up is friends. We get to pick our friends. Следующий уровень — это друзья, потому что друзей своих мы выбираем. That can be very liberating sometimes. I get to pick my friends. Иногда это очень освобождает. Ну, я выбрал своего друга, я выбрал своих друзей. The next step up is covenant. Следующий шаг идет — это завет. And you do not enter into covenant idly. Lightly, you don't enter into covenant lightly. Не входите в завет легкомысленно. Think, consider, it's something that God works. И то есть нужно искать, нужно размышлять, и иногда это Бог делает. There was the story where Jonathan and David, they entered into a covenant. It says that Jonathan loved David as his own soul. Как мы знаем историю Ионафана, Давида, Давид возлюбил Ионафана как свою душу. Они вошли в завет, Ионафан и Давид. And so there, you know, the ceremony is very interesting. They, you know, they exchanged their weapons. И церемония была достаточно интересна. Они обменялись своими оружиями. They take off their coats. Обменялись своей одеждой. You know, indicating a vulnerability. И мы сняли одежду, можно сказать, это указывает на уязвимость. And see, and when Jonathan was doing that with David, he was basically saying, "I'm giving up my right to be king." И когда Ионафан делал это со своей стороны, другими словами указывал на то, что я отказываюсь от своего права быть царем. And because of that, later, after David was king, he went to find Jonathan's son Mephibosheth. И позже после смерти Ионафана Давид воцаряется, и он хочет найти сына Ионафана, Мафусала. It's a very intimate relationship. Это очень интимные отношения. So when you enter into a covenant with your wife or your husband, it's one of the most solemn things you could ever do. И когда вы входите в завет с мужем или женой, то одно из самых таких торжественных вещей, что вы можете сделать. For this cause, a man leaves his father and mother and holds on to his wife. По этой причине человек оставляет отца и мать и прилепляется к жене, мужу. That word cling or be joined to in 2:24. И этот стих, это слово, которое используется, прилепиться. It's like being stuck like glue. Прилепиться как с помощью клея. It's a permanent situation. То есть, которое навсегда приклеился. Okay, would you read Psalm 127 for us? 127, the entire psalm. Псалом 126, verses. All five. This is the foundation scripture for this class. Это такой фундаментальный стих, основательный, основа, фундамент в этом классе, на этих занятиях. Если Господь не созиждет дома, напрасно трудится строящий его. Если Господь не охранит города, напрасно бодрствует страж. Напрасно вы рано встаете, поздно просиживаете, едите хлеб печали, тогда как возлюбленному своему он дает сон. Вот наследие от Господа дети, награда от него плод чрева, что стрелы в руке сильного, то сыновья молодые. Блажен человек, который наполнил ими колчан свой. Не останутся они в стыде, когда будут говорить с врагами в воротах. If the Lord doesn't build these marriages, it's not going to happen. Если Бог не создаст этих браков, то этого не будет. Let me tell you the good news. И хочу сказать еще благую весть. This is impossible. Это невозможно. This is impossible. Это невозможно. And that's good news because that gives place for God to come in and work. Это благая весть по той причине, потому что Бог тогда может вступить и действовать. I have no patience with people that teach marriage courses as if there were three easy steps. И я просто не могу сносить тех людей, которые учат о браке таким образом, что вот вам три легких шага, три ступени. And if anyone ever tells you that it's easy to have a happy marriage, oh, you can do it too, don't run from them, don't listen.
Если кто-то вам скажет, что, ну, я знаю, у меня есть очень счастливый брак, я знаю, как иметь счастливый брак, я могу тебя научить этому, то не слушайте их и убегайте от них. Okay, so as we're looking at this covenant, we understand that God has to do all the work, or it's not going to happen. И когда мы понимаем этот завет, то также мы понимаем, что Богу приходится делать это дело, иначе этого не будет. And we understand we have two sinners that have come together. Также мы понимаем, что два грешника сходятся вместе. Two basically selfish people who have come together. Два эгоистичных человека, которые сходятся вместе. But in a good marriage, they want God's way. Но в хорошем браке они хотят, чтобы было по-божьему. In case nobody's ever told you, let me tell you. И в случае, если никто вам никогда раньше не говорил, то я бы хотела вам сказать. Just because you're born again doesn't mean you won't ever be selfish. Только из-за того, что вы рождены свыше, не означает, что вы никогда не будете эгоистами. That's part of our maturity. Потому что это часть нашего созревания, нашей зрелости. I can report that I am less selfish today than I was 10 years ago. Я могу сказать, что сейчас я менее эгоистична, чем я была 10 лет назад. So know that this is something you're building together. Поэтому знайте, что это то, к чему вы идете вместе, что строите вместе. Now I want to talk next about the needs of the husband and the needs of the wife. Сейчас я бы хотела некоторое время поговорить о нуждах жены и нуждах мужа. But before I say that, we all have to understand that the needs really are met by God. И также, прежде чем говорить это, я хочу сказать, что на самом деле только нужды может удовлетворять только Бог. He has needs, and God may use me to meet those needs. У него есть нужды, и Бог может меня использовать для того, чтобы удовлетворить эти нужды. I have needs, and God may use him to meet those needs. У меня есть нужды, и Бог может использовать его для того, чтобы восполнить мои нужды. But God, the jealous God, doesn't want us to get confused and start worshiping each other. Но Бог является Богом-ревнителем, и он не хочет, чтобы мы запутались и начали поклоняться друг другу. And I'm telling you, I don't know so much for the men. Я могу сказать, не знаю в отношении мужчин. But from what I see, that what the world is appealing to women. Но то, что я вижу в мире, и то, к чему апеллирует мир в отношении женщин. If some man is going to come along and love me so much, no matter what, he's just going to fix everything. И какой-то мужчина меня полюбит так сильно, и он придет, и независимо от чего, все решит все проблемы. And I can just be so stinky and childish and immature, and he's still going to see through and love me anyway. Я могу быть настолько, как сказать, дурачиться, быть как ребенок, и он все равно будет смотреть сквозь пальцы, и все равно будет. That's a fairy tale. Это сказка. And don't let yourself go there. И сами не идите в этом направлении. The only person that knows how bad I am and loves has that ability to love me anyway is God himself. Единственная личность, которая знает то, насколько я плохая и всё равно любит меня, несмотря на это только Бог, сам Бог. And there was a time when I was so trying to get my needs met from Kirk. I was trying to pull it out of him. И было такое время, когда я пыталась просто вырвать из Кёрка вот это, то, чтобы он все мои нужды, все мои потребности ответил. And he felt smothered by me. И можно сказать, killed like. Like, you know, just get away, get away. Уйди, уйди, отойди от меня, отстань от меня. Вот, можно сказать, его ощущение такое было. The harder I pulled, и чем тяжелее я, надавливала, тем больше он отталкивал. And I thank God for that. Я благодарю Бога за это. Because God did not let him meet every need. Потому что Бог сделал так, чтобы он не смог ответить на все мои потребности. Once I was able to, it's like, oh God, you want to meet my needs. И как только я уже осознала, что, о Бог, только ты можешь все мои потребности восполнить. Then some of the things that I really wanted from Kirk, he began to give me. He began, after I got my needs met by God, then it was like Kirk was released to minister
those needs to me. И можно сказать, только после того, как Бог стал тем, кто отвечает на мои потребности, на мои нужды, только после этого Кёрк был высвобожден для того, чтобы то же самое делать, то, что я раньше стремилась. I'll give you an example. Приведу пример. After, you know, when we got into the pastorate, we would hear other preachers speak frequently. Прежде чем стать пасторами, мы были проповедниками, часто проповедовали. And it seemed without fail they would talk about their wonderful wives. Who, they would talk about their wives. Who talked? The pastors we would hear. These pastors that we would hear speak. Like Pastor Jack Hayford or Pastor Jackie White. And they would be talking, and while they were talking, they would always say nice things about their wives. А, и получается, там пастор один был, и всегда он, когда проповедовал, всегда он говорил о своей жене, и всегда он говорил все хорошее. He never talked about me when he was speaking. И когда Кёрк проповедовал, он никогда мне ничего не говорил. And at first it would just be, what am I, chopped liver? It would bother me. И я думаю, то что это, как сказать, лысая или почему? And finally I had to die to that. И наконец мне пришлось умереть для этого. And I just went on, and I really forgot about it. Я просто жила дальше и вообще забыла об этом. I accepted that he did love me, and he was proud of me. Ну, я приняла тот факт, что он любит меня, и он гордится мной. I will never forget the first time he praised me from the pulpit. Никогда не забуду ту первый раз, когда он похвалил меня с кафедры. Because I quit looking for it. Потому что я уже перестала ожидать этого. He was speaking at a full gospel businessmen's fellowship meeting. И он был на конференции бизнесменов полной евангельских церквей. Был спикером там. In front of all these men, he complimented me. И перед всеми теми мужчинами он сделал мне комплимент. It was so wonderful. Это было так замечательно. Now he does it all the time. А теперь он делает постоянно это. But I know that I had to get to the place where I wasn't trying to extract it from him. Но я поняла, что мне нужно было дойти до такого момента, когда я не перестала пытаться вырвать это у него. And then I could just receive it. И только потом уже я смогла свободно это принять. Like we were talking yesterday about submission. Как вчера мы говорили о подчинении. If you try to extract it from me, если вы пытаетесь это вырвать у меня, это подчинение, it ceases to be submission. Вырвать из меня, то это перестает такого быть по природе своей подчинения. Is it going to be my gift, or is it going to be a tax? Будет ли это мой подарок, либо это налог я уплачу? So even as we look at these needs, и даже когда мы рассматриваем все эти потребности, keep in mind that these are legitimate needs, and God still wants to be in charge of having these needs met. Даже если у вас есть эти нужды, life to meet the needs for Kirk. Can you repeat the first? Because okay, it's my privilege as a wife. Okay. We're going to pause, David. Pardon? It's okay. Don't worry about whether they can hear it. It's showing up on the tape. Okay. So it's my privilege as a wife to meet the needs for Kirk. Поэтому моя привилегия как жены в том, чтобы восполнить потребности Кёрка. And it's Kirk's privilege as a husband to meet the needs for me. И привилегия Кёрка как мужа восполнить мои потребности. Okay, let's go to Ephesians chapter 5. Давайте откроем Ефесянам 5 главу. The first verse I want you to read is number 33, Татьяна, 5:33. Пятая глава, 33 стих. Так каждый из вас да любит свою жену как самого себя, а жена да боится своего мужа. So what does a husband need? Поэтому в чем нуждается муж? He needs respect. Он нуждается в уважении. And I'm telling you, many, many, many wives forget to respect
their husbands. И могу сказать, что многие жены забывают давать это уважение. A man needs respect. Мужчина нуждается в уважении. True? Да? Так? Правда? And we can, as women and wives, we can disrespect them with a look from our eyes. И мы как жены, как женщины, как жены, можем не уважать, не отдать уважение даже посредством взгляда глаз. Men can be very sensitive to facial expressions and tone of voice. И мужчины очень чувствительны к мимике лица и также тону голоса. And we can show disrespect without even knowing it. И мы можем показать, проявить неуважение, даже не осознав этого. And of course, Jesus said that out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Конечно, Иисус говорил, что из-за избытка сердца говорят уста. So I'm telling you, it's the internal. Am I internally respecting him? Поэтому можно сказать, что это внутренне ли уважаю я его? When I get annoyed with him, it's easy to move out of respect. И когда он меня раздражает, то очень легко выйти из этой зоны уважения. And I think how annoying he is. И я думаю, о, какой он раздражительный. And I'm so busy thinking how annoying he is. Я думаю дальше, как он меня раздражает. And you know what? И знаете что? I've just moved out of respect. Таким образом, я просто самоотстранилась от уважения. And I have to make a conscious effort. И мне нужно делать сознательные попытки, прилагать сознательные усилия. To walk back and think, why do I like Kirk? Возвратиться обратно и подумать, почему я люблю Кирка. Even more important, why does God like Kirk? Даже более важный вопрос, почему Бог любит Кирка? What does he do right? Что он сделал правильно? Now, if I'm over here out of respect, если я сдаюсь здесь и вне зоны уважения, he doesn't do anything right. То он вообще ничего не делает правильно. He couldn't find his way out of a paper bag. He couldn't find his way out of a sack. Where? What kind of sack? Any kind of sack. Можно сказать, он потеряется в... Ну, это такая фраза или такой идиома. Даже не сможет найти путь из мешка или с пакета. Ну, образно такое сказано. But when I'm under respect, I can tell you what God likes about Kirk. Но когда я в зоне уважения нахожусь, то я смогу точно определить, что Богу нравится в Кирке. And the things that if he dies, I don't want to have to deal with some of those things. И если ему придется умереть, то, о, ужас, я даже не хочу с этими такими вообще ситуациями справляться. You talk to any widow who loved her husband. Вы поговорите с любой вдовой, которая любила своего мужа. If she's honest, she will tell you he was not perfect. Если она честна, то она скажет вам, что, ну, он не был идеальным. But there are things that he brought to her life that she misses greatly. Но есть некоторые вещи, те вещи, которые он привнес в ее жизнь, те, за которыми она очень сильно скучает, тоскует. So when I start getting over here out of respect, и когда I'm not respecting him, выходить отсюда из зоны уважения, когда я его не уважаю. And you're not happy if you're over here. И вы сами несчастливы, когда вы ходите здесь. Просто можно сказать, такое несчастное, жалкое положение, ситуация. Просто легко, надо возвратиться обратно и сказать, я люблю его. Он чудесный, он замечательный. I don't want to fight with anyone else but Kirk. I don't want to argue with anyone but him. How is it? I only want to argue with him. Я хочу спорить как бы только с ним. Don't want to argue with anyone else. He's my man. Я не хочу ни с кем больше спорить, поскольку он мой мужчина. Because I respect him. Потому что я уважаю его. Now, I also need to show him I respect him. Также я должна показать, проявить свое уважение к нему. Because there are many times the arguments we get into is because he doesn't feel the respect. Поскольку очень часто те ссоры, те конфликты, которые у нас возникают из-за того, что он не чувствует уважения.
And sometimes when I end up understanding what he's feeling and how he's feeling. И когда я понимаю, как он чувствует, что он чувствует. Then I have to stop and tell him, "Whoa, you are the I don't want any man in my life but you." И тогда мне просто надо остановиться на минутку и сказать, что никого другого я не хочу, кроме тебя. He's it as far as I'm concerned. Он один и всё больше. There is not a man on the planet I respect more than Kirk Horton. И никакого мужчину больше я не уважаю, как кроме Кирка Хортона. So when I can say that honestly, that does meet his need. И когда я говорю это честно, то это восполняет его потребность. That's probably a good stopping place, isn't it, Roman? And you're not Roman, David. Okay, we'll stop.